предел мастера. Я уже близко. Он сказал, он нашел образ той женщины в древнем устройстве. Если это моя мать, что она могла делать здесь, так далеко от земли? Я не понимаю. Кто? Элизабет Собек. Ты опять в моем визоре. Ну, выкладывай, что тебе о ней известно? Следуй, куда шла, и скоро ты будешь знать о ней столько же, сколько я. А то и больше. Но имею в виду, предел мастера заняли воины затмения. Чтобы помочь тебе, я припрятал возле руины особое снаряжение. Визор покажет тебе, где именно. Сигнал идет от этого длинношея. Надо добраться до главы длинношея. Длинношея. Получилось. Теперь надо добраться до головы. Come on.
Все, как он и сказал. Неплохой набор. Это мне пригодится. Зачем ты мне помогаешь? Я хочу, чтобы ты одержала верх. Удачной охоты. Еще поговорим. Стой! Чтоб тебя. Сильный снегопад. Мир белеет. Зараженные рыскари стоят на страже. Затмение и зараженные машины действуют заодно. Одна счастливая семья. Вот впечатляет. Притечи здесь сделали. Это осложняет дело. Come on.
взрыв. Быстрее там! Не сочкуйте! Скоро этот демон оживет. Еще один истребитель пополнит нашу мощь. Видимо, это один из тех истребителей. Мне не попасть в башню, пока я с ним не разберусь. Визор перестал работать. Я отключил его визор. Дело за тобой. Я справлюсь. Серьезный противник. Так, у того парня был визор. Надо глянуть, что на нем. Ну, что ты мне скажешь? Сущность жива! Неприемлемо! 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 Что это такое было? Аид? Эй! Таинственный незнакомец! Ты это видел? Молчишь, да? Ну-ну. Я уже ничего не... Мне нужно пробраться в эту башню. Проводится опознание.
Генетический профиль подтвержден. Вход разрешен. Здравствуйте, доктор Соболев. Проходите. Ветви могут ранить, словно когти. Доктор Собек, вы на 355 510 дней опаздываете на встречу с мистером Паром. Поднимитесь на 35 этаж. Стоп. 350 тысяч? Это же сотни лет. Что за дела? Или, точнее, его статуя. Машина, созданная для убийств. И они ее почитали? Автоматизированные системы Фаро. Мы решаем проблемы завтрашнего дня уже сегодня. Корпорация Фаро насчитывает более 25 тысяч сотрудников по всему миру. И является лидером во всех секторах самодостаточных автоматизированных технологий. Начиная от революционных потребительских товаров, таких как Визор, и заканчивая линейкой роботов-миротворцев Колесница для применения в зонах конфликтов. Фаро следует цели сделать будущее умнее, ярче, безопаснее и еще удивительнее. Автоматизированные системы Фаро. Для всякой проблемы есть умное решение. Это они сделали Визор? 25 тысяч человек? Это больше, чем целое племя. Значит, они создавали машины и устройства. Видимо, тогда это было в порядке вещей. Что это за место? Что они здесь делали? Это была корпорация. Группа людей, что-то вроде племени. Они создавали машины. Продолжай. Я загрузил в твой визор несколько файлов. Они помогут тебе во всем разобраться. Я понимаю, такая смена курса вызывает вопросы. Мы же автоматизированные системы Фаро. Мировой лидер в робототехнике. С чего бы нам переключаться на изготовление управляемых машин и оружейных систем? Это же прошлый век. Все, что я могу пока вам сказать. Верьте, перед нами открылось новое, перспективное направление роста, и нам потребуется реорганизовать производство. Так что в течение 36 часов я жду от вас корректированные прогнозы по мощностям на всех линиях. Так они создавали машины, но потом передумали и стали делать разные виды оружия. Почему?
Воздух ничем не пахнет. Даже гнилью. Это неестественно. Тут тоже завал, но можно пролезть. Вроде здесь можно вскарабкаться. Получилось. Это путь наверх. То, что от него осталось. Предстоит долгий подъем по обледенелому металлу. Тяжело с вами, доктор Собек. Если уж растения нашли, за что уцепиться, значит, и я найду. Что они начали несанкционированные боевые действия против роботов и человеческого персонала на энергокомбинате Хардстимор. Я бы рад был сообщить вам, что степень угрозы преувеличена, но... Увы, нет. Миротворцы не среагировали на коды отключения, и, по нашим данным, они приступили к стремительному воспроизводству. Я могу заверить вас, заверить со всей искренностью, что я уже направил все имеющиеся у нас ресурсы на поиски скорейшего решения проблемы. Так что, когда нас станут порицать, нашу компанию в ближайшие дни, может, недели, знайте, мы это переживем. Все это забудется. Миротворцы? Так эти машины назывались? Их удел война, а не мир. Зато от холода в сон не клонит.
Еда. Путь наверх. Было бы только за что ухватиться. Ну что ж, я на месте. Что я тут найду? Все данные на этом устройстве были стерты. Задействовать привилегии Альфа, чтобы восстановить удаленные данные? О, да, непременно. Файл восстанавливаем. Элизабет, рад тебя. Сколько лет? А юристы где, Тед? Зачем? Я уже отозвал все 18 исков. Ну что, ты убедилась? Хорошо, я заинтригована. Может, закажем сюда обед? Ну, пообщаемся. Я тебя знаю. Ты где-то напортачил по-крупному, иначе не стал бы выплясывать на задних лапках. Давай, выкладывай. Есть сбои у колесниц. У роботов-убийц? У миротворцев, да. Так отключи их. Да отключили бы, если бы могли. Они не отвечают. Ты хочешь сказать, от тебя сбежал Рой? Все еще хуже. Показывай данные. Ладно, я пообедаю. Одна. Тед Фара пригласил сюда Элизабет Собок. И они друг друга терпеть не могли. Еще один файл восстановлен. Это не сбой. Это катастрофа. Я в курсе. Все плохо. Плохо? Боже, Лиз. Плохо, Тед? Нет. Это апокалипсис. Ты создал роботов-убийц. Миротворцев. Они делают топливо из биомассы. В экстренных случаях. Ты дал им способность к воспроизводству. Да, подконтрольному и ограниченному. Уже нет. Сбой нарушил командную цепь. Теперь этот Рой подчиняется лишь самому себе. Ты думаешь, я... Все остальное для них пища. И такими темпами они не оставят на Земле ничего живого за 15 месяцев. Это не закат цивилизации. Это глобальное вымирание. Да понимаю я. Как им помешать, пока все еще под контролем? Не под контролем, очнись! Ты понимаешь, о чем я? Ну да. Пока все об этом не узнали. Лиз, я сделаю все, что ты скажешь. Ну, придумай что-нибудь. Я согласен на все. Запомни свои слова, Тед. Роботы Фара угрожали всему живому. Но она их как-то победила. Мир предтеч пал, но жизнь уцелела. Иначе нас бы здесь не было. Последний файл восстановлен. Новый рассвет. Боже, Лиз. Нет другого выхода. Был бы способ поизящнее, я бы тебе сказала. Но это...
Я просил тебя найти лекарство. Оно будет гораздо хуже болезни. Нет, Тед. Какое есть, это наш последний шанс. Подписывай документ. Нет, я не могу подписать. Ты можешь. Как? Лиз, я не могу подписать подобное. У тебя есть выбор? Знаю. Значит так, я сейчас лечу на базу командования роботами США. Через 15 минут встреча с генералом Харрисом и командованием. Что? Ты с ума сошла? Так что выбирай, что мне сказать им. Либо, что богатейшая корпорация на планете готова финансировать строительство нового рассвета, согласно моему проекту. Либо и они, и вся планета сейчас узнает, из-за кого на самом деле произошел этот сбой. Господи, Лиз. Незачем мне угрожать. Ладно. Не расстраивайся, Тед. Ты ведь теперь будешь заниматься любимым делом. Платить другим, чтобы они вкалывали за тебя. Я не хотел. Что было такого ужасного в ее плане? Как она сумела остановить роботов? Задействован допуск для управляющего персонала. Открыть скоростной лифт. Это ерунда какая-то. Собек не могла быть моей матерью, она жила давным-давно. Все бестолку, я ничего не выяснила. И это твоя реакция на все, что ты узнала? Хныкать, как капризный ребенок? А ты попробуй мне то же самое в лицо сказать. Ну хорошо. Неужели ты не осознаешь монументально сделанного тобой открытия? Я ждал от тебя большего. Ну, лицо у тебя есть. А имя прилагается? Из всех вопросов, которые ты могла задать, ты выбираешь этот? Я потратил десятилетия, исследуя руины предтеч и пытаясь разгадать тайну их гибели. Долгие годы я подозревал, что их мир уничтожили роботы Фаро, но не знал наверняка. За минуты тебе удалось узнать больше, чем мне за всю жизнь. И что у тебя на уме? Мое имя? Сайленс. Вот мое имя. А теперь попробуй задать мне другой вопрос. Не такой тривиальный. Раз ты такой умный, почему так мало знаешь? Ты же полжизни провел, ковыряясь в земле. Не моя вина, что ты неумеха. Я пришла к этим руинам в поисках Элизабет Собек не из-за того, что она сделала столетия назад, а потому что сейчас на меня идет охота. Сейчас! Меня эта твоя чушь уже достала. Что ж, поздравляю. Сначала ты просто хныкал, а теперь закатываешь истерику. Уверен, Элизабет тобой бы гордилась. Возьми себя в руки и начни рассуждать здраво. Только тогда ты сможешь осознать величину своих проблем. Что ты пытаешься мне сказать? Ты искала правду о себе, а нашла целую гроздь тайн. У них общая нить, твоя связь с Элизабет Собек. Но что это за связь? Она не могла быть моей матерью, раз жила сотни лет назад. Пока нам это неизвестно. Единственный способ узнать – идти дальше, делать новые открытия. Благодаря тебе мы узнали, что когда-то роботы Фара чуть не уничтожили все живое. Но этого не случилось. Цивилизация предтеч была уничтожена, но жизнь уцелела. Очевидно. Итак, что же она сделала? Как она остановила роботов, пока не стало слишком поздно? Что такое новый рассвет? Вот это верный вопрос. Ну? Скажи, ты готова это выяснить? Конечно. Тогда чего ты ждешь? Не так быстро, Сайленс. Мы с тобой не договорили. Я сказал достаточно. Если еще есть вопросы, задавай быстрее, не трать мое время.
Насколько я поняла, затмение выполняет приказ. Убить меня хочет Аид. Кто он? Не знаю. Они зовут его Погребенной Тенью. Какой-то бес. То создание, что со мной говорило, из-за которого взорвался визор. Это Аид? Это был не человек и не машина. Скорее, призрак. С жутким голосом. Он хочет твоей смерти. Из-за моей связи с Элизабет. Наверняка. Руками затмения Аид хочет воскресить роботов. Но раз Элизабет нашла способ остановить их, может, создала оружие. Аид боится, что смогу и я? В тех древних данных, что я нашел, упоминалось о разработке некого супероружия. Может, чтобы сдержать роботов, предтечам пришлось уничтожить свою цивилизацию? Хватит болтать, иди уже. О, нет. Я только начала. Ты здорово устроился на моем горбу. Сам не рискуешь, а я рискую всем. Вот сниму с себя эту штуку, и ты будешь слепой и глухой. Так что уж будь добр, отвечай на вопросы. Хорошо. Спрашивай. Ты говоришь, ты и раньше знал, что цивилизацию предтеч уничтожили боевые машины. Все на это указывало. Но прежде я не знал, что угроза их так велика. Что они перерабатывали биомассу в топливо, или что Гор мог производить новых роботов. Как ходячий котел. Но те роботы, что мы видели, захватчики и истребители, они такого не умеют. Пока не умеют. Не попадалось неповрежденных экземпляров. Так что кто знает, на что они правда способны. Кто ты такой, Сайленс? И чего добиваешься? Тебя так волнуют эти подробности? Я одинокий странник, что покинул племя много лет назад. Исследователь запретных мест, искатель знаний. Все, как я и сказал. Откуда тебе столько известно о затмении? Мне вообще много о чем известно. Если ты спрашиваешь, не служу ли я им или кому-то другому, нет. Я никому не подчиняюсь. Ты следил за мной через мой визор. Как это возможно? Визоры испускают сигнал, голос, который слышат только другие визоры. Я знаю, как связать эти голоса. Как сделать, чтобы визоры слышали друг друга на больших расстояниях. Где ты этому научился? На это ушли годы экспериментов. Это похоже на то, как ты подчиняешь себе машины. Я подчиняю визоры. И в визоры затмения можешь заглянуть? Как правило. Только вот вклиниться в их соединение непросто. Есть ли хоть какой-то шанс, что Элизабет Собек до сих пор жива? Маловероятно, но возможно. В древних архивах упоминались методы продления жизненного цикла. Фармакологические, это слово значит лекарство. Но также были эксперименты с заморозкой и разморозкой людей. Заморозкой и разморозкой? Это называлось криогеника. У них не получалось. Учитывая выдающийся интеллект Элизабет, нельзя исключать возможность, что она нашла способ побороть смерть. Но это лишь домыслы. Мы тратим время. Элизабет говорила, что направляется на некую базу командования роботами, рассказать о новом рассвете. Есть такое место, руины. Азирам зовут его Кладом Смерти. Клад Смерти? Весело. Ищи его в восточных горах. Он погребен под тушей Железного Беса или модели РБО-7 Гор, как мы выяснили. Я свяжусь с тобой там. Жду не дождусь. Надеюсь, когда мы встретимся, ты будешь вести себя повежливей. Ну, по крайней мере, спуск займет куда меньше времени, чем подъем.
Теперь мне надо найти базу командования роботами США и выяснить, что такое новый рассвет. Холодно. Нужно разогреться.